Букин написал одну песню про пластиночку, но самое главное там, на самом деле, суть-то не пластиночки, там суть про жизнь. И самое главное, что рядом милые, потому что чтобы только вместе. Вот. И в народе называют «Вечерочек вечерок» эту песню. А мы с Ярославом, с моим другом, с Ярославом Смешевским исполнили, сделали, выпустили клип, и она набрала огромное количество просмотров. И, конечно же, спасибо вам огромное, потому что это была, ну, по крайней мере, моя, это была первая премия «Шансон года». Вот. Спасибо огромное. Поехали! Веточки с любовью.